По просьбам подписчиков продолжаю свой блог. На этот раз у меня магнитола Аэлита 102. У меня самого в юности была Аэлита 101. Это маленько доработанная. Маленько дизайном тут. В принципе, все то же самое. Кнопочки только другие. Сейчас будем проверять на работоспособность. Вначале магнитофон. Вот кассету нашел тут. Перемотка работает. Назад. Вперед. Сейчас попробуем звук. Вот, кассета закрутилась. Они все вот так фанили. У меня тоже фанило, маленький какой-то фон идет. Непонятный. Компании, ты поешь как соловей, и об этом знали раньше только несколько друзей. Адрес первого канала, кто-то выслал твой альбом, мол, послушайте, ребята, эта песня просто лом. Ты считал, что здесь таких ребёшек целый. Тут понятно, сейчас проверим радио. Сейчас у КВ, конечно, длинный диапазон, тут еще укороченный. Вот, поймала. Что это такое? Но мне нравится. Поймали. Так, длинные волны, средние волны, короткие, у КВ фиксированные настройки, очень удобно. Поймал канал, допустим, вот так вот. Запомнил. И, соответственно, потом уже нажимаешь только кнопочку и все. Тут вот микрофон есть, динамик 3GD стоит мощный. Это ручка настройки волны. Один недостаток, волна может ловиться плохо из-за того, что антенна еще вот отходит. Она выходит здесь, то есть. Думаю, дело поправим, может в дальнейшем сам и сделаю, если разберусь. Так, отходит. Сзади вот Аэлита 102. Так, сейчас еще отключу с розетки. И дальше покажу тут как. Тут блок питания. Так, антенну надо убрать. Находится блок питания. Открывается он, то есть. Вот блок питания. Он, кстати, снимается тут болтом. Когда ходишь на улицу, раньше мы сюда положили кассету. Входит, по-моему, 4 кассеты в коробках. Без коробок больше. Также выход есть. Вот на колонку, на одну. И для антенны штекеры. Внизу отсек. Под 6 батареек. Когда появилась у меня такая магнитола, она была мощнее, чем Соната. Электроника и все прочие. То есть меняет только батарейки вперед. Довольно такой тяжелый. Вес, наверное, где-то в пределах 2,5-3 килограммов. Продаваться будет на аукционе мешок, я думаю, ну, в районе 2000, там дальше по цене определюсь. Все, смотрите мой блог. Всем до свидания.